Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, песней «Я люблю Высоцкого послушать». Я люблю Высоцкого послушать, справедливых слов, чтоб поднабрать, чуточку ума из этих текстов, сыгранных когда-то на ура. Под гитару сбацанных умело, с хрипотцой талантливой пропев, он запал на много поколений голосом своим, как он умел. На надрыв и улыбаясь и шутя, только все не понимали, только часть одна могла осознать, что происходит в его сердце в этот миг, когда пел он для народу, и отчет запущен был, когда пел он для народу, и отчет запущен был, царствие небесное поэту, что простой казалось человек, может в этой жизни быть талантлив. И в кино, и в песнях, но нет-нет, где-нибудь отыщется паскуда, гадкая такая просто тварь, и сломает в жизни много судеб. И тогда и кажется сейчас, на надрыв и улыбаясь и шутя, только все не понимали, только часть одна могла осознать, что происходит в его сердце в этот миг, когда пел он для народу, и отчет запущен был, когда пел он для народу, и отчет запущен был. Царствие небесное Владимиру Семеновичу Высоцкому. Спасибо.